Вот мы сегодня работаем 14 августа на лагерном пруду. Вот много чурок лежало с весны здесь, спиленных. Зимой они спиливали. И они стали набрать. Ну, лежало. Еще нет. Все, надо полить только его потом. Угу. Решили посадить. Даже некоторые корешками прихватились к земле на боку, когда лежали. И посмотреть, что получится из этого у нас. Провести эксперимент. Обязательно сегодня взять ведерко. У меня ведерко там в кустах стоит. Прямо где я рыбачу, там оно и лежит. Угу. И сюда. И пусть оно тут лежит, ездить не мешает. Господи, благослови. Я снимаю. Володя. Я снимаю на видео. Непонятно. Подожди. Да я вам вчера говорил, что это с берега надо делать, а не с лодки. Что с берега? Я говорил, с берега надо гребсти. Ты с кем разговариваешь-то? С Виталием. А еще о чем? Что надо с берега гребсти, чтобы найти грабли. Да я это делал, я держал их. Нет, надо именно с берега граблями идти, с берега. Ты тут к здесь... Берегу. Конечно, с берега к берегу вот так вот тянуть. К берегу? Не от берега. Ну, конечно, я говорю. Просто здесь ты на твердом основании, тебе легче тянуть. Там это крутит вот так вот эту лодку. Она не дает нормально гребсти. Ну, что это ты? Куда? Вот это место.
Вот три места. На каждое выйду ведра по три воды. Угу. Долго будет стоять. Все. Так. Не получается у меня их сбить, Игнат Тихонович. Я так поныряю. Вот он, тоже. А то еще. Еще лопату надо взять. Угу. Благословите. Ну, только не ныряй не с головой. А как? Ну как? Ну здесь не ныряй. Ну, здесь-то я что-то. Осталось только лодку порвать, и одному из вас утонуть. Ну, конечно. Вы этого и добиваетесь. А вон твой приятель-то сидит, он дремит, день к концу катится. А для лодыря, как говорит, если придет тебе блажь такая работать, и ляжь посты маленькие, эта дурь от тебя отойдет. Во, давай его снимай. Два разведенных молодца. Ты куда? Зачем ты здесь-то? Тебе далеко плыть, Серега. Он не шел прогуляться. А? Виталий говорит, зачем ты так рано сошел в воду-то, говорит, надо было поближе. Советую, у тебя опыт-то более свежий, чем у него. Серега, ну надо, давай, ты меня надо было позвать. Как бы это. Вот, соединили бы потом. Я не верю в этот мир. Я чувствую, я не знаю, поразился руками на щупал. Сергей, ты раньше начинаешь нырять-то? Раньше? Ты не надеешься, что именно на том месте? Где раньше? Там? У них да почему? Петуха, так здесь? Курицу не догоню, так согреюсь. Хоть не найду, так покупаюсь. Это петух, а курица бежит, я думаю. А курица думает, а не слишком ли я быстро убегу? Вот такая ямочка. Вот здесь посырее почва. В тенечке. Посадка метлы. Здесь посырее, да? Да. Не поленись полить. Ну я сейчас полью уже. Сейчас. Ведро видел мое? А. Возле велосипеда? Ну, ведро где я забрасываю, оно прям рядом тут в крапиве, подальше как. А, ну понял, да-да, найду. Как только заходить. Они хоть бы стояли бы где-то бы, был бы черенок. Можно было бы как бы... Может там бобер какой-нибудь в хатку свою затащил уже. Володя, а что это? Что делать-то, подскажи. Ну что делать? Я же тебе говорил, с берега грабли бросать и тянуть к берегу. Все, начал вы лопату, где его это уронили, там это вырвалась лопата. Ну вот так я придерживал, тут гвоздик рванул и переломил ее. Они ровно на 40 метров пошли дальше. Хотя показал, все, на 40 метров. Это от такого озера 40 метров, это половина почти. Вон он, смотри как. Осталось только лодку порвать и одному утонуть. Смотри, что делается. Это. Во. Все вверх ногами. Ой, я не могу. Это же не смешно.
О, ты как шарваш, вместо человека сиденье автобусное вытащил. Дай ему ножовку подпилить-то вон там. Ножовка-то там. Я поеду, сейчас привезу. Давай. Ты понял, где бедро мое? Да. Вот я как заходить вон, крапива начинается прям в самом начале оттуда, крапива. Ну, понял. Ведерко. Давай поливай. Все. Все, слава богу. Мне силы нужны, мне зачем? Не-не, он пускай выздоравливает. Ты что, Сергей? Не надо. Вот он залез-то зачем? Слава.